Случай на шахте. Сидели, пили в разнобой Мадеру, Старку, Зверобой. И вдруг нас всех зовут в забой до одного. У нас стахановец, кагановец, заголодовец. И надо ведь, чтоб завалило именно его. У нас стахановец, кагановец, заголодовец. И надо ведь, чтоб завалило именно его. В прошлом младший офицер, его нам ставили в пример. Он был, как юный пионер, всегда готов. И вот он прямо с корабля пришел стране давать угля. А вот сегодня наломал, как видно, дров. И вот он прямо с корабля пришел стране давать угля. А вот сегодня наломал, как видно, дров. Спустились в штрек и бывший зэк, большого риска человек. Сказал: беда для нас, для всех одна. Вот раскопаем, он опять начнет три нормы выполнять. Начнет стране давать угля, и нам хана. Вот раскопаем, он опять начнет три нормы выполнять. Начнет стране давать угля, и нам хана. Так что вы, братцы, не стараться, а поработаем с прохладцей. Один за всех и все за одного. Служил он в Таллине, при Сталине, теперь лежит заваленный. Нам жаль по-человечески его. Служил он в Таллине, при Сталине, теперь лежит заваленный. Нам жаль по-человечески его.